Кристина Орбакайте на прошлой неделе отказалась от участия в концерте, который прошел 8 марта в Кремлевском дворце. Певица заранее договорилась о выступлении в дуэте с Алексеем Воробьевым, но в последний момент передумала. Ходят разные слухи о том, почему дочь Аллы Пугачевой не вышла на сцену в праздничный день. Одни утверждают, что ее номер сняли по указке сверху, а другие настаивают, причиной отмены стала внезапная болезнь певицы. Подписывайтесь на наш канал «Что слышно» и получайте каждый день новости из мира шоу-бизнеса. Как бы там ни было, вскоре после разгоревшегося скандала появилась информация о планах Кристины покинуть Россию. Уже 20 апреля певица будет выступать в нью-йоркском баре Level в Бруклине. Средний чек в этом заведении $50 на человека. Орбакайте будет петь на русском языке перед небольшой аудиторией. Вряд ли ей предложили за этот концерт большие деньги. Тем не менее, певица сейчас находится не в том положении, чтобы отказаться от работы за границей. Желающих послушать выступление Орбакайте организаторы попросили прийти в опрятной повседневной одежде, а на входы предъявлять удостоверение личности. Интересно, что еще недавно представитель Орбакайте доказывал журналистам, что у певицы нет американского паспорта. При этом ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия являются гражданами США. Они живут в доме на Манхэттене, купленном певицей 10 лет назад, а дочь Орбакайте ходит в местную школу. В Штатах живут и сыновья артистки, сбежавшие от мобилизации, Никита Пресняков и Дэнни Байсаров. Из всех членов большой семьи только Кристина изредка наведывается в Россию, и то исключительно ради гонораров за концерты.